С большой сцены на малую в рамках региональной программы премии «Золотая маска» в Краснокамск привезли два спектакля Российского академического молодежного театра, лауреата этой престижной национальной премии. Торжественное событие посетила наша съемочная группа. На сцене пьеса «В дороге» Виктора Розова. Тему тотального неприятия мира актеры Российского молодежного академического театра раскрывают на языке, понятном всем поколениям зрителей. Это молодой человек, который испытывает свои вот эти вот юношеские трудности в жизни, такие нигилистические, через это мы все проходили в этом возрасте. Вот. И, конечно, в какой-то мере это про меня история. Краснокамск спектакли театра лауреата «Золотой маски» привезли в рамках региональной программы премии, которая реализуется при поддержке Министерства культуры России и благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. С ним активно сотрудничают краевые власти. Театр очень интересный, и он давно и очень интересно работает, и в самых разных, ну не в самых разных жанрах, но, наверное, самые разные форматы спектаклей предлагают московской публике, как очень серьезные, философские, многочасовые, так и вот такие вот нежные, достаточно компактные для взрослых, и детские спектакли тоже. Для пермского зрителя золотомасочные постановки – не редкость. На счету театров нашего города уже 33 престижных награды. Теперь зрители могут оценить и работу столичных актеров. Прежде всего, спектакль, который они могут сравнить с нашими пермскими театрами, с нашими актерами, с нашими режиссерами, с постановками. Потому что, вы знаете, чем больше мы видим, тем больше мы уже смотрим и спорим, тем больше мы понимаем, куда мы двигаемся, что актуально. А для ребят из местной театральной школы прошли мастер-классы по сценическому движению и пластике. То, что приезжают мастера высокого класса, профессионального класса, они вот именно стимулируют, потом дети зажигаются, и вот это дает в развитии мощный скачок. Екатерина Леонова, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.